Как правило, СМИ всегда должны говорить правду. Однако замечено, что сегодняшняя реальность несколько отошла от золотого правила. Именно отсюда берут свое начало желтая пресса, интриги и огромные заблуждения о профессии журналиста. Очень своевременным и полезным оказался семинар-практикум на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ с казанской коллегией по жалобам на прессу для представителей СМИ. Одной из тех, кто мог преподать урок профессионализма, стала председатель Союза журналистов Республики Татарстан Рима Ратникова. Открыв мероприятие, она высказала свое отношение к правде. Много лет являюсь председателем Союза журналистов, но вот органа саморегулирования, а сейчас уже у нас есть своя коллегия казанская, и сорегулирование, пока мы на ноги поставить не можем. Поэтому, конечно, возлагаем большую надежду на то, что вот как-то мы еще должны и подучиться, и что-то новое узнать, и научиться, ну, может быть, более смелыми быть, и более требовательными по отношению к себе, и более взыскательными по отношению тем, кто нарушает вот наше это этические нормы на нашем медийном поле. На площадке форума были затронуты многие острые темы современности, такие как этика освещения религиозных чувств в интернете, поведение в соцсетях, основные признаки пропаганды, проблемы, задачи и пути их решения. Кстати, многозадачная встреча покорила внимание не только опытных журналистов, но и студентов Казанского федерального. Безусловно, здесь каждый смог ощутить не только значимость выбранной профессии, но и полностью осознать, насколько ответственно нести на себе бремя правды. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.